понедельник в Самарской области пасмурно, пройдет небольшой снег. Минус 4, минус 6 градусов днем, ночью 6-8 ниже 0. Юго-западный ветер 4-6 метров в секунду. В Сызрани тучи, возможен снег. В дневное время минус 3, ночью 6 с минусом. Юго-западный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти пасмурное небо, небольшой снег. В дневное время минус 5, ночью 6 градусов ниже 0. Юго-западный ветер 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно и снежок. Днем минус 7, ночью 8 градусов с минусом. Юго-западный ветер 5 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 81%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.